Вот вулкан, это гора, а внутри горы дыра. Из горы идет дымок, летят камни, серый смог. Гур раздался тут и там, просыпается вулкан. Вот гора вся задрожала, магма лавой побежала. Камни, пепел полетели, небо видно еле-еле. Не ходи ты, милый, там, где простушился вулкан. Недавно мы узнали о природном явлении в вулкане и попросили Лену Васильевну поподробнее рассказать об этом явлении. Мы познакомились с глобусом, посмотрели фильм про самые большие вулканы и сделали настоящий вулкан. Мы были настоящими спасателями, даже работали геологами. Мы узнали много интересного, и нам захотелось поиграть в игру «Что, где, когда». И уважаемые телезрители, сегодня мы начинаем игру «Что, где, когда». Против телезрителей сегодня играет команда знатоков. Капитан команды Тимофеев Максим. Отвечает Котовщиков Артём. Вулкан состоит из конусовистой горы, из жерла, кратера и магмы. Какое вулканическое вещество находится в чёрном ящике, если оно не тонет в воде? Мы считаем, что в чёрном ящике спрятана пемза. Ха, я это знал! Ура!